со стороны Средиземного моря. Смотрим на пляж, на отели. Вот это место для отдыха населения нашей страны. Я думаю, скоро здесь ФФМсы будут дружной компанией собираться. Интернет есть, все есть. Есть где отдыхать и где поработать. Мы же такие, что без работы не можем. Вот, кругом я вам обзор сделал там. Сухогруз стоит. Да, сухогруз тоже. Вот, на валах качается. Там уже самодельное государство. Это яхты. Яхта на рейде стоит, да. Там дальше флаг. Мы видим Иорданию. Какое интересное место. Вот такая красота здесь. Водичка теплая, правда, соленая.